пожалуйста, результаты. Результаты наших спортсменов. Давайте смотреть на тот танец, который уже покорял, покоряет и, возможно, покорит еще не одну тысячу зрителей. Это аэробика Габриэла Падакис и Гийома Сезерона из фильма аж 1980 года. Ну, самое важное, что они придумали. Да. Вот, понимаете? Вести за собой очень сложно. Да. Они придумали. И нам это понятно, что это аэробика. И это то время, когда звучала эта музыка. Да, и я их с этим поздравляю, потому что никто не придумал. А, они придумали. Сама идея очень дорого стоит. Очень дорого стоит сама идея. И уже ты не смотришь даже на шаги. Ты это воспринимаешь как закон. Но идея и воплощение, знаете, да, прям... Ну и сама идея, воплощение, да. И, кстати, то, что она поменяла немножко костюмы, в сторону розового больше, тоже очень хорошо смотрится. Мне нравится. Мне вообще не нравится, я являюсь их фанаткой. Ну, я могу только присоединиться к вашим словам, Татьяна Анатольевна. И когда все легко, когда все органично, когда... Не чувствуешь, правда? Льется, да, льется. Да, ну, не чувствуешь. Ну, конечно, они славятся этим. В оригинальном танце многие ждали, так как эта пара в основном всегда славится лирическими танцами, таким, как и будет сейчас в произвольной программе. В общем, как они справятся с вот именно таким вот танцем? Они взяли и сказали, что, ребят... Мы умеем все. Это чемпионство. Так могут позволить себе только чемпионы, и они по-настоящему были. Может быть, немножко такой
куражности мне сегодня не хватило в исполнении. То есть, ну, если уже прям придираться. А ты помнишь, как аэробикой занимались? Помню, как Наталья Леничук показывала ее по телевизору. Помните эти уроки? Я аэробика ассоциируется. У нее была такая ленточка на голове. Я помню Тресси Вилсон. Помощница сейчас Брайана Арсера, да? Она в туре у Тома Коллинза, где было по 100 выступлений, она вела аэробику просто так, потому что она ей страшно увлекалась. И вот пара уходила, или одиночник, да, кататься, возвращались, быстро снимали коньки, и вот все шоу, 100 выступлений. Она вела аэробику. 100 выступлений, лежал ковер, и занимались все аэробикой. Это было потрясающе. И следующий год нам с Наташей нельзя было бегать, да, потому что нога там все была, как бы, так сказать, поломана. Все. И мы аэробикой занимались очень серьезно. Так что аэробикой занимались неэмоционально? Нет, и аэробикой занимались неэмоционально, потому что настолько тяжело было поднимать. И Джейн Фонда была издана, да, аэробика. И там никаких там вот просто... Лишних движений не было. Вот просто, да, движения абсолютно точные. И все. И, такой аскетизм. Да, такой аскетизм, так сказать, проникновение в это движение. Возвращаясь в прекрасное настоящее. Татьяна Анатольевна, давайте дождемся оценок Габриэлы и Йомом. Вот, 88-78 баллов. Это не рекорд.